Гороскопы по знакам зодиака на 24 мая 2021 года. Лайк в знак благодарности. Общий гороскоп. Решительные и энергичные люди сегодня смогут достичь больших успехов. Это подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу в делах, делиться своими идеями и обсуждать их с единомышленниками. Часто получить поддержку оказывается проще, чем вы думали. Однако не стоит удивляться и критическим замечаниям, их сегодня может быть немало. Прежде чем браться за любое дело, нужно взглянуть на вещи реально и правильно оценить свои силы. Не рассчитывайте на то, что легко добьетесь успехов или все сразу сложится по-вашему. Куда вероятнее другое, придется прикладывать усилия и отстаивать свои интересы. Спокойный плодотворный день, позволяющий все делать по плану. Лучше не спешить с решениями, особенно если дело касается работы. Неожиданные предложения могут казаться заманчивыми, но, рассмотрев их пристальнее, вы обратите внимание на некоторые важные нюансы. 24 мая – это день удачный для любых проявлений чувств. Позитивное настроение и оптимизм будут сегодня основными сопутствующими качествами. Вечер же стоит посвятить более аналитическим делам. Возможен успех в делах, касающихся укрепления социального положения, влияния в коллективе. В качестве отдыха лучше всего подойдут спортивные мероприятия или прогулки. Овен. Этот день отличается повышенным риском получить нервные расстройства. Постарайтесь спокойнее относиться к событиям. Умерьте свои авторитарные замашки. Они наверняка станут причиной конфликта как дома, так и на работе. Но с другой стороны, вашу энергию вполне можно направить в продуктивное русло, тогда успех будет вам сопутствовать. Благоприятное расположение звезд сулит денежные доходы или выгодные покупки. День будет удачным, если вы спланируете его заранее. Деловые встречи или совещания следует осуществлять в первой половине дня, так как во второй, возможно, вы не сможете принять правильного решения. Не исключены разочарования, связанные с неудачами в личной жизни. Гороскоп рекомендует давно быть осмотрительным, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Крупные перемены ожидаются в личной жизни, поэтому настройтесь на лучшее. Чем рассудительнее будет Овен в общении с родственниками, тем чаще они будут прислушиваться к его советам. Возьмите пример с тех коллег, которые не только профессионально, но и легко выполняют работу.